Друзья, всем привет! С вами Санек. Пришел в мастерскую, уже ночь. Сегодня снимал видос про движок. Пришел закончить видос про печь из газового баллона. Попросили меня сделать самую простейшую. Ни турбо, ни супер-пупер, ни длительного горения, ни суперэкономичную, ни, я не знаю, там, ни ракету, ни самолет. Просто печь на дровах для парника, потому что у человека мерзнут лимоны в парнике. Вот. Сказал, сделай мне один баллон, дымоход, и мне этого будет достаточно. Вот, как-то так. Поэтому некоторые думают, что видосы снимать легко, видосы пилятся на раз-два. Некоторые говорят, повторяешься, говоришь одно и то же. Мужики, видосы пишутся не одним днем бывает, бывает неделями, кадр за кадром, частями. Если я повторяюсь, значит это так нужно. Поэтому, кто так думает, идите, как говорится, лесом. Ладно, хары-ля-ля, давайте из архивчика сейчас с телефона загружу то, что я уже отснял. И посмотрим, что получилось. Ну, почти, буржуйка почти готова. Осталось сюда поддувайло сделать ляду, дверку на навесы и замок сделать. И кусочек дымохода врезать шиберком. И все. Это брат попросил парничок отапливать. Вот, сказал, два не надо мне делать. Сделай мне на один. Вот. Ну что, осталось дело за малым. Вот такая вот топочка. Здесь внутри, вот здесь кольцо идет. Спиливал по надшвам. Вот с этой стороны шва пилил. И кольцо осталось внутри. По насечке вот так вот болгаркой делал. Вот. И сваривал, так чтобы кольцо это не выскочило. Ну точечно так, не полностью. Смысла не вижу. Вот, и к этому кольцу снутри приварил, ну, произвольно. Вот, такой бортик, чтобы зола не высыпалась и решетку держала колосники, когда дрова двигаешь, чтобы не высыпалась и не выскакивала. А сверху тоже точно такую же приварил. Вот здесь вот 19 сантиметров получилось. Вот, это чтобы дым, когда там собрался весь, чтобы он сюда не валил, а его все-таки туда засасывало. В дымоход еще не вырезал, сделал тоже такую вот планочку, я думаю, лишней не будет, и заодно будет баллон держать, чтобы не разъезжался, когда будет горячий. Вот. Осталось что тут, замок сделать, и что, кольцо срезал вот это с нижнее, а баллон то тут весь как решето. Как решето, оказывается. Поэтому сейчас заваривать не буду. Отметил. Сейчас вот так вот срезаю. Вот этот пятак. А сюда по всей плоскости вариваю лист металла. Ну, вырежу его по кругу. Вот эта шишка большой роли не сыграет. Пускай будет так. Дозольника у меня тут еще место есть. В общем, по минимуму. И вот так вот. И все. И замок, дымоход. И все. Так, ну такая получилась. Тут пришлось обрезать жопу. Она вся на дырках. И вот. Дырявый баллон был. Пришлось его обрезать и вварить металл. Здесь шиберок, вверх ручка открыта, поперек вот так закрыта, четвертинка выбрана, как у меня. Это, так сказать, защита от дурака. То есть смело закрываешь, и малая тяга пошла, то есть уже не так сильно будет кочегарить.
Все, сейчас ручку тут, щеколду вот такую только сделаю. Здесь планочка приварена, чтобы дым, когда поднимался, поднятый был вверх, чтобы он наружу не валил, а тянуло его туда в дымоход. А здесь тоже вварил. Зольник будет. Вот этот зольник, да? Я тебе скажи, как его. Колосники здесь, чтобы когда дрова двигать, чтобы они не вываливались. И вот это. Вот это вот другая запчасть. Ну, разберусь я потом. Вот сюда ставится. Это внизу такое же поддувайло. Тут вот штырьком сюда, наружу. Вот. И когда поставишь колосники, оно вот там, да, тяга будет под дрова идти, под дрова. Если надо перекрыть, двигаешь этот самый, вот так, вот это открываешь, упираешь кочережку в этот и сдвигаешь туда. Под дрова, и тяга уже идет отсюда над дровами. Ну и, соответственно, регулируешь, ну, до упора. Потом вот так вот цепляешься за него и сюда, и оно так вот регулируешь. Офигенски получается. Так надо прикрутить. Все, сейчас сделаю ручку, пойду его запалю, чтобы краска обгорела вся, ну, заодно проверю. Вот такой вот, такая вот печурочка получается. Вот тут поддувчик. Ну и, соответственно, да, почистить золу. Вот можно без колосников просто заложить дополнительно место под дрова. Будет оно все равно гореть. Ну, вот такая штука. Так, выжигается баллончик. Уже, ну, тут уже выгорел. Это черная. Но она еще догорит сейчас. Заложил под край. Вот сюда, под дверь. Чтобы и крышка выгорела. Сейчас вот это разгорится. Щепки там спалил. О. Ну, сейчас дым не такой, конечно, валит. А валил капец. Кочегарила тут. Мама, не горюй. Поддувало надо прикрыть вот так вот. О. Ну, баллон вроде бы выгорел. Вот тут уже такой. Сильного дыма нету. Да уже все тут сгорело, наверное. Да не, выгорает еще. Дверка. Кочегарит. Кочегарит. Ну, пускай догорят, остынут. И все. Ну, в общем, сами все видели. Так, кратенько, коротко, в принципе, видос вот этой печки у меня есть на канале. Приходите, смотрите, кому непонятно. Принцип тот же самый. Единственное, вот не показал колосники, да, они у меня из решетки сделаны. Вот такую вот. Сейчас фонарик возьму, вот такого плана. О. Вот. Она уже обожжена, почищена. Осталось только покрасить. Вот задвижечка ушла туда пока. Ну, понятное дело. Вот. Вот за что я говорил. За нижний борт. Чтобы она не выскакивала никак. Если там двигаешь дрова и так далее, и тому подобное. Вот такие вот дела. По шиберу, я думаю, все понятно. Ручка, видите, да, как сделана. Я еще раз повторяюсь, кто не видел прошлые видосы, не просто ровно и туда, да, а именно чуть вверх и в сторону. Это смещенный центр тяжести. То есть, вот сейчас она, получается, закрыта. И она не откроется. Но когда переводится ручка на открытое положение, центр тяжести смещается, и ее просто так не закроешь.
Никаких пружин здесь нет. Либо открыто, либо закрыто на малую тягу. Все. Никаких регулировок лишних. Только две. Да, кстати, учителя, вам привет. Любителей поискать орфографические ошибки в словах, оговорки. Блин, ну вы не поверите, ну болтяра за вами заскучал. Даже забыл, когда его последний раз доставал. Пылище, капец. Вот вам буква. Буква X на барабане. То есть, болт ложил я на ваши комментарии. Как хочу, так и говорю. Если я оговорился, это не значит, что я сказал неправильно. Вот как-то так. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.